Оба. Фух. Здорово, вот такая идея мне пришла в голову с утра. У нас рудиментарный рисуночек. Я его раскладываю на бочке малой, вот как это выглядит. Далее я раскладываю на лево-право, то есть каждый раз мне руку группировки. А далее правую руку я переношу на какую-нибудь, твою мать, тарелку. Любую очень использовать райду. И, собственно, сохраняю это. Далее при повышении темпа я использую в левой ноге при двоечке, когда попадаются две 16 доли хилто, а в правой я использую слайд, если медленно. Ну да, если мы повышаем темп, получается вот такая штука. Yeah.